Друзья, всем вам огромный привет, я вас всех рад видеть у себя на канале. Сегодня мы будем жарить крылышки барбекю. Ава! Чуть ли одна не вывалилась. Как мы их замариновали, вы увидите чуть позже. А сейчас мы их уже выкладываем на наш гриль. Итак, друзья, давайте замаринуем наши крылышки. У меня две пачки, это 2 килограмма. Открываем их и промываем в проточной воде. Давайте отрежем у наших крылышек вот эти вот кончики, а само крыло по суставу мы разрежем пополам. Друзья, я заранее вскипятил воду и кипяченой водой, горячей кипятком, я хочу залить наши крылышки. Я это делаю для того, чтобы очистить крылья от оставшихся волос, крови, какой-то грязи. И еще крылышки откроют свои поры, когда мы туда добавим маринад, он еще лучше пропитает мясо. Отставим пока минут на 5 наши крылья, а тем временем займемся маринадом. Сегодня для маринада нам понадобится, это, конечно же, соль, перец черный, имбирь, чеснок, лимон, соевый соус, томатный кетчуп, мед и уксус. Отправляю в соусницу томатный кетчуп. Отправлю целую пачку, у нас крылышек много, килограмма 2. Добавлю соевого соуса. Почищу и потру немножко имбиря. Отправим пару зубчиков чеснока. Выдавливаем чесночок, он у нас молоденький. Отправлю я в наш соус сока лимона. Еще немного уксуса. Все, наш маринад готов. Обратите внимание, что меда я не добавлял. Я его добавлю уже в соус, которым мы будем поливать или мазать наши крылышки на углях, чтобы он не сгорел изначально. Давайте теперь промоем наши крылышки в проточной воде. Я руками промываю каждое крыло. Есть, мы промыли наши крылья, теперь давайте отправлять маринад. Давайте еще посолим наши крылья немножко. И поперчим. Накрою наши крылья. И пусть помаринуются где-нибудь часок. А в оставшийся маринад я отправлю буквально чайную ложку меда. Так, наш секретный вот этот спецсоус, куда мы добавили метку. Давайте им сейчас начнем уже мазать. У нас, мне кажется, крылышки готовы где-то наполовину. Я начну мазать и потихонечку их переворачивать. Спецсоус. Да, ой. У нас чуть-чуть дает остринка. Да. Погнали, спецсоус. Ой, я его боюсь, не хватит на все наши крылышки. Ну ничего, мы вот так вот. Вот так вот. Вот он. Итак, друзья, наши крылышки готовы. Вот последняя помазка, которая с медом была, она, конечно, чуть-чуть дала колорчику такого черненького.
нашим крылышкам, но ничего страшного. И буквально, смотрите, маринад час, а приготовление, ну, буквально 15 минут. 15 минут и крылышки готовы. Так. Так. Друзья, всем приятного аппетита, до новых встреч, увидимся на нашем канале. Вот такие вот замечательные крылышки. Сейчас посмотрим реакцию детей, которые будут это пробовать. Погнали! Погнали!